приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я получила посылочку с Китая, с сайта Herbest. В этой посылочке должен быть такой кейс для экшн-камеры. Кто говорит кейс, кто говорит чехол. Ну, такой, видите, твердый, черный кейс. Я буду называть его кейс. Эта посылочка, в принципе, можно сказать, что я за эту посылочку ничего не заплатила. Скажу вам, почему. Если вы смотрите мое видео, может, и даже не смотрели, некоторое время назад, пару видео назад, я заказывала в магазине Herbest штатив себе. Ну, штатив там был немного с браком, были там царапины, грязь, коробка была порванная, ну, были проблемы с этой посылочкой. Ну, в принципе, я в магазин Herbest не просила, чтобы они мне там что-то возвращали. Ну, я просто поставила такой нейтральный отзыв, попросила, чтобы такое больше не было, и чтобы они не, ну, смотрели, проверяли посылочку перед отправкой. Ну, я поставила просто фотографии, оставила свой отзыв на сайте, и все. Через некоторое время магазин мне написал, извинился за проблему, говорил, что такое больше не будет. И сказал, что он в качестве компенсации мне вернет $6. Или я хочу купить новый штатив, я могу рассчитаться там половина за него. Или мне вернут эти денежки на счет. Там есть такой счет, как я называю, ГБ. Это кредитные такие денежки на том счете. И потом с этого счета можно покупать. Ну, я говорила, я все равно в вашем магазине часто покупаю, можете мне вернуть туда. Ну, вот и это. Они мне скинули $6 в качестве компенсации на этот счет. И вот я сейчас за эти $6 я купила 3 посылочки. Одна мне посылочка пришла, одна посылочка еще в дороге, ну и еще одна посылочка, ее еще не отправили. Там она будет отправлена через пару дней. Так что за эти денежки я купила вот такие. Ну, то, что за эту посылочку, вот эта посылочка стоила, вот этот кейс, $3.77. Ну, плюс у меня еще был, там еще была доставка, я взяла доставку приоритетной почтой, нашей украинской почтой, новая почта, там было еще 12 центов за доставку. Плюс частично я оплатила своими бонусами, это доллар у меня был бонус на этом сайте. И вместе с доставкой я заплатила $2.89 этими кредитными, или, ну, эти денежки, что мне дали. И посылочка, как всегда, ну, если посылочка не отправляет вот этой приоритетной почтой нашей новой в пределах, она приходит через 2 недели. Так что очень быстро. И вот у нас, видите, вот такой у нас кейс. Хорошо запечатанный. Ну, посмотрим, что это за кейс. Я взяла этот кейс для себя, для экшн-камеры. У меня там есть одна экшн-камера, но я хочу сейчас купить еще одну камеру. Но я хочу ту продать, я хочу купить другую камеру. Мне там одна понравилась. Ну, надеюсь, что в ближайшее время, когда она выйдет, эта камера, я себе куплю ее. Ну, и просто я хочу, чтобы был... Давайте еще немножко надрежем. И откроем. Знаете, все равно где-то куда-то поехать или просто даже дома, чтобы поставить экшн-камеру, поставить себе в кейс, и пусть он будет себе нигде не валяется, ничего. А если вы еще куда-то хорошо запечатали, такой конверт большой с пупырышками, отлично запечатали. Ну, это, как всегда, бумажка, продукт. Понятно. И у нас вот такой получается у нас кейс. Этот кейс считается средним. Там есть маленький, как вы знаете, просто на камеру, без бокса. Можно поставить просто. Есть такой средний кейс и есть большой кейс. Я взяла средний кейс. Видите, он достаточно такой широкий. Хорошо запечатанный. Ну, в принципе, знаете, сколько я уже покупаю на этом сайте.
на этом сайте, на Гербесте. Это, в принципе, за год была просто вторая посылка. Две посылки у меня были, что были с браком. Там тогда я покупала смарт-часы, там они были тоже поцарапаны. И то, что вот этот штатив. А так, в принципе, знаете, постучу по дереву. Мне посылочки нравятся. Если даже еще отправляют это приоритетной поштой, то... На ощупь кейс неплохой, даже без запаха. Так, давайте мы его сейчас так откроем и посмотрим, что это у нас за кейс. Немножко открывается, наверное, замок еще новый, немножко туго открывается, но может так и надо. Да, друзья, вот смотрите, видите, какой у нас кейс. Здесь у нас идет вот такой поролончик. Вы можете его убрать. Просто можете ставить камеру. Видите, сверху у нас идет сеточка, такой кармашек с сеточкой. Вы можете сюда поставить свои там флешку, кабель или повербанк. А здесь у нас вот такое отделение. Да, вот а можете поставить вот эту такой как поролончик или как губка. Видите, оно здесь все прорисовано, оно все снимается. Видите, вот получается на камеру, на батарейки и на еще что-то вы можете. Вы можете просто так поставить, а можете вот это так, как оно убирается. Ну, вот так, видите, снимается. Вот вы ставите такой поролончик и получается вы можете поставить вот здесь свою камеру. Или так, или так. Или просто без поролончика, или с поролончиком. Вот так. Вы тоже вот это все снимаете и поставите вот так камеру. Оттяну назад. Вот такая сверху. Опа. Неплохо. Потом я еще проверю и я достану свою камеру и экшен. И посмотрю, или помещается камера в боксе или не помещается, потому что я бы хотела, чтобы сюда помещалась камера в боксе. Ну, посмотрим, может и помещается, чтобы не просто сама камера в боксе. Но сейчас мы еще, я потом еще проверю, и в конце видео я покажу вам, как я поставлю камеру и еще другие. Ну, в принципе, так, камера неплохая, ой, не камера, кейс вот этот неплохой, шит неплохо. Материал хороший. Сверху она такой. Ну, я думаю, в принципе, закрывается. Замок неплохой, но немножко что-то туго закрывается. Если, может, уже замок еще такой новый. И так, давайте мы еще... Я возьму еще линеечку и покажу вам по размеру. Потому что я не помню, какой здесь размер. Так, получается, где-то у нас размер... 17 на где-то на 12, 12,5. Ну, грубо говоря, 17 на 12. Так, чтобы вы знали, какой это размер, или он вам подойдет, или не подойдет. Ну, в принципе, я думаю, что такой кейс достаточно неплохо, ведь он даже в рюкзак поместится. Если вы куда-то едете, или просто где-то гуляете, там носите с собой камеру, хотите снимать, то такой кейс достаточно неплохо. Видите, он твердый. Вы знаете, что в вашей камере ничего не будет. Вы ее не ударите, не, там, ничего с ней не будет. Ну, я думаю, что кейсы неплохо иметь. Даже дома или куда-то едете, неплохо. Поставили, чтобы у вас было все культурно. Если вам нравится больше, можете заказывать больше. Там есть, еще я говорила, большие кейсы. Там где-то оно получается, кажется, на 22 сантиметра или на 25. Но есть разные. Ну, так же не считается. Маленький, средний и большой. А там у каждого продавца и каждой фирмы немножко идет разнобой в пару сантиметров. Ну, так что, вы смотрите по сантиметрах, по размерах, какой вам больше нравится, куда вы будете его использовать и как оно вам подойдет. Вот, друзья, такая у нас сегодня
была посылочка, такой кейс. Этой посылочкой я довольна. Кейсом я тоже довольна. Но я сейчас его еще достану, свою камеру, и в конце вам покажу. Магазину Гербес спасибо. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы посылочек не было с браком. Но все бывает, конечно. Так что спасибо и за то, что они сами вернули, что я их не просила. Они сами сделали мне компенсацию. Так что, друзья, советую вам этот магазин. Заходите, покупайте. Здесь доставка бесплатная. На много товаров есть, есть и платная, конечно, доставка. Вот даже если... Ну, просто это посылочка дешевая. Здесь тогда поставили вот эту. Ну, я думаю, доставку заплатить 12 центов. И чтобы у вас был еще код, чтобы вы ее проверяли. И чтобы посылка дойдет за, там, за 2 недели, то, я думаю, заплатить этих 12 центов, то это не проблема. Так что смотрите, подписывайтесь на мой канал. Ссылочки на этот кейс и на магазин будут под видео. Если вам интересно, покупайте, заходите, смотрите. И смотрите, какие еще я 2 посылочки купила за эти бонусы. Ну, когда они будут, ну следите, следите за моим каналом и увидите, что я еще купила. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока.